Всем привет, друзья! Рассказываю вам про самый полезный лайфхак. Если вдруг вам срочно нужно обналичить деньги, а рядом нет банкоматов, то это можно сделать в сети магазинов О-Стор за несколько минут. И сейчас я расскажу как. Погнали! Вообще есть очень много ситуаций, когда нужно обналичить деньги, а возможности такой нет. Либо нет поблизости банкомата твоего банка, а ты не хочешь платить комиссию. Либо вообще рядом нет никаких банкоматов. Либо у тебя нет с собой банковской карты, либо тебе отправили деньги на кошелек, а тебе нужно их обналичить. Так вот, во всех этих случаях спасает возможность обналичить средства с кошелька О-деньги в сети магазинов О-Стор. Но тут у вас возникнет вопрос, как я могу снять деньги с моей банковской карты, если обналичивание происходит через кошелек О-деньги? Все очень просто. В приложении можно подвязать абсолютно любую банковскую карту, а после этого пополнить ваш кошелек, используя эту карту. Но что для этого вам нужно? Только паспорт и приложение Мой О. Приходите в любой из 100 магазинов О-Стор по всей стране. На стойке сканируете QR-код для обналичивания денег. Указываете сумму, показываете паспорт и сразу же получаете деньги без комиссии. А найти ближайший О-Стор не составит труда, ведь карта офисов доступна прямо в приложении. Так что вот так просто и легко можно обналичивать средства с кошелька О-деньги в сети магазинов О-Стор. Но если видео оказалось полезным, то не забудьте поставить лайк и сохранить это видео. А с вами был Байгазе, еще увидимся, всем удачи и всем пока!